Так вот, Артём рассказал про свою любовь к Сергею. Спасибо ему за это. Так, и наш репортаж продолжается. И мы говорим, что здесь лунки. А тюрки умеют только выёбываться. Сегодня мы ведем репортаж, как мы закапываем лунку. Типичный ремонт в Мау Суши номер 3. Блядь, да, закопали школьника. Наш репортаж продолжается. Мне уже не хочется его вести, потому что стало холодно, грустно. Все мы стали токсичными. Здесь можно видеть, как просто земляная стена заграждает нас, чтобы подняться наверх. Хочется дискуссировать на эту тему, но не получается. Нам с IQ не повезло. И все. Неплохо. Этот репортаж стал слишком токсичным. Мы стали токсичны. Начали материться друг на друга. Мы просто начали материться. Мы хотели вести нормальный репортаж. Для детей. Когда мы начали материться? Из этого деда. Какого деда? Который орать начал. Нет. Его крик не стать токсичным. Нет, это просто... Ты просто начал что-то Сергею говорить. А потом начал, да. Видишь, камыш. Мягкий камыш. Камыш. Да. Сними. Камыш. О, Артём. Да, он типа лопает. Ну, я знаю, но... Я не делал так раньше. Да. Вау. А я помню, я это в детстве очень люблю делать. Поджигал и такой... В деревне друга. Деревенский войми просто. Магия огня. Саня лютый. Ты ебанутый. Да. Ты любишь напасть на нас. Артём, посмотри на это. Здесь просто кусок, как будто он падет скоро. Я тоже. Мы прерываем наш репортаж. Мы вам... Ладно. Давайте забираемся наверх, и мы будем показывать весь сверху. Да ты долбоёб! Не надо скидывать. Типичный фул. Не надо меня скидывать. Оно не фокусируется ни хрена. Фокуснись, пожалуйста. Ты сейчас уронишь его. Кого-то здесь и так же. Ладно. Ты круто сейчас ориентируешь. Ты захуяешь? Одно мое движение, потому что там внизу. Порвай. Давай. Я чувствую в твоем голосе страх. Ну вот ты прикольно рассыпался песок, да? Да.